Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас посылочка вот такая вот интересная, но она достаточно тоненькая. Эта посылка, давно я не заказывал с сайта Banggood. Вот, что самое интересное, отправка была 23.02, и ее я получил 17.03. Что самое еще интересное с посылкой, вот обычно какие-то странности все равно происходят у меня с посылками. Значит, ситуация такая, отправка Russian Direct, так вот, Direct Mail, был какой-то странный трек-номер, который не отслеживался и не отслеживается, но вот под таким вот названием Russian Direct Mail оказалась компания CDEC. Транспортная компания. Доставка производилась не курьером, а в пункт выдачи. Пришлось ее оттуда забирать. Ну вот, как-то неожиданно было. А когда я получил, естественно, был совершенно другой трек-номер. Вот такая странная история. А теперь что там должно быть? Вот я специально вот вырезал с накладной, которую я получил. Вот сейчас поближе покажу. Значит, это backdrops. Три различных варианта. Три артикула. Естественно, к сожалению, нет никакой стоимости, как видите. Ну, вот такая вот история. То есть, что мы получим? Артикул я не проверял. Ну и сейчас мы ее откроем, эту посылку. Посмотрим, что у нас здесь пришло. Ну, собственно говоря, backdrops – это фон, который я заказал себе. Скоро юбилей моего канала, поэтому надо что-то обновлять. И вот я решил заказать вот такие вот интересные штучки. Здесь три варианта. Вот они. Вот первый. Обычный белый виниловый фон должен быть. Здесь немножко другой он. С каким-то принтом. Ну и здесь тоже принт должен быть. Все они одинакового размера. Цена у них меняется. Ну вот здесь вот этот вот это покрытие, этот фон, оно небольшое, размером примерно 1,5 метра. Вот сейчас попробуем развернуть, посмотреть. То есть вот, ну да, где-то оно так и есть. Вот оно. Да, где-то так оно примерно получается. Вот такое вот покрытие. Попробуем его потом использовать. Может быть, даже в следующей посылочке попробуем. Ну, здесь ничего необычного, белое. Теперь посмотрим другой материал. Основа одна и та же у всех этих вот покрытий. Ну и давайте посмотрим, что за принт у нас тут приехал. Мы его сейчас развернем. Кстати, вариантов гораздо больше, чем я заказал. Мне просто эти понравились. Вот такой вот. Конечно, сейчас мы развернем его. Сейчас один момент. Вот так вот. Ох. Вот такой вот принт. Меняется со светлого. Вот здесь, а потом начинает темнеть. И внизу совсем темный.
Вот. Рисунок, конечно, не очень четкий. Но вот такое вот покрытие. Вот такой рисунок. Кстати, может показаться достаточно таким забавным для работы. Посмотрим. Ну что. И, наконец, последний. Сейчас открою вам. Последний принт у нас. Да, вот он такой. Ох, он там. Вот, сейчас я по-другому попробую развернуть. Так вот. Материал, кстати, мне как бы нравится. Вроде бы он такой достаточно качественный должен быть. Сейчас я вот так вот разверну. Тоже меняется. Тут начинается вот с такого. Потом светлее становится. Все, разверну его. И вот. Сейчас как-нибудь я попробую хитро поступить. Вот так вот. То есть вот меняется оттенок, становится более светлый. Вот такой вот. Так, вот такие вот три варианта у нас получились. Нарушается, к сожалению, по центру. Если разглядеть, вот. Ну, я думаю, ничего страшного. Вот такая интересная штука. Будем заниматься новым оформлением к выпуску, к юбилею. Ох, как видно, все это на красном. Ну, а теперь, друзья мои, остается только пожелать, чтобы вы ставили лайки, смотрели новые посылки, какие придут. У меня будет теперь новое покрытие. Удачи вам всех. Удачи вам всем. Вот, до новых встреч, до новых посылок. Все, всего хорошего.